Будет ли как-то в дальнейшем проходить сертификация инвестиционных фондов, например, как это делают производители автомобилей, выдавая сертификат официального дилера? Ну, инвестиционный фонд – это не дилер. Дилер – это как бы часть компании, которая продает, ну, имеет право на продажу продукции. А у нас как нет продукции, вот то, что можно потрогать. Продается на самом деле индивидуальная собственность, права на нее, ценные бумаги, ну даже не ценные бумаги, потому что продажи нет, переуступка. И поэтому здесь логика взаимоотношений несколько иная. И инвестиционный фонд – это на самом деле инвестор. Как можно сертифицировать инвестора? Вот, допустим, кто-то хочет купить акции «Газпрома». Ему говорят: слушай, а у тебя есть сертификат наш, чтобы ты у нас купил акции? Ну, это же глупо, да? Поэтому отношения будут другие, партнерские. Но тот, кто будет, допустим, плохо выполнять свою работу, или некачественно, или недобросовестно, мы будем как бы расставаться с такими партнерами и говорить, что мы с вами не хотим работать. А сертификация как таковая не планируется, и на этом рынке подобное не делается.